Сергей Мавшук выходит с нами на прямую связь. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, как мы понимаем, вы находитесь как раз на передовой, в линии обороны Киева. Вот не могли бы вы рассказать об обстановке и об ожиданиях, потому что западные СМИ сообщают о том, что бой за Киев может начаться в ближайшие часы. Что знаете вы и какое у вас мнение? Вы знаете, я взагалі-то спілкуюсь українською мовою, але до поваги до наших міжнародних партнерів перехожу на вражескую русскую речь. Поэтому буду говорить по-русски. Объясняю, я нахожусь не на передовой, я нахожусь в центре Киева, который еще есть не передовая, Киев не взяли, Киев еще не атакуют и Киев еще не берут. Поэтому я нахожусь в центре Киева, потому что здесь я имею влияние на моих друзей по 2014 году, которые приезжают, собираются, мы получаем оружие, и Киев мы будем отстаивать любыми средствами. Не будет коктейлей Молотова, не будет простых ППШ, будет очень точечные энлавы, будут джавелины, будут остальные, плюс мои друзья приезжают с очень точным снайперским вооружением, которое будет, ну просто противнику не даст даже момента добраться до центра Киева. Поэтому я нахожусь в центре Киева, и я его обеспечу не то, что сохранность, а то, что даже они не дойдут до начала Киева. По одной простой причине. Каждый гражданин Украины, каждый житель Киева уже имеет огнестрельное оружие. Ни один противник не пройдет дальше, чем, скажем так, будет выстрел моих людей, которые получили уже оружие. Ну вот сейчас сообщают о том, что там танковые колонны, которые предположительно двигаются в направлении Киева, то есть хватит ли мощностей, чтобы противостоять стрелковым оружием, именно вот танковым армадам, которые движутся к Киеву? Сразу ответ, да, мощностей не хватит, и поэтому мы даже не рассматриваем этот вопрос, потому что танки будут сжигать или джавелины, или наши танки, которые как бы размещены в тех условиях, которые мы их знаем. Что касается, если вы понимаете вопрос общевойсковой операции, то есть там идут танки, авиация и так далее, то есть авиацию мы сбиваем, ПВО у нас очень хорошие, танки сбивают наши джавелины, а извините, уже пехоту с каждого окна будет выстрел. Сейчас, поэтому на сегодняшний день... Да. Слушаю вас. Сегодня появилась информация, что... На сегодняшний день... Да, извините, у нас, видно в интернете, я прошу прощения, или я вас перебиваю, или вы меня, на сегодняшний день не имеет никакого значения. Смотрите, сегодня в Киеве каждый день получает стрелковое оружие более 100 тысяч человек. И это правильное решение правительства. Скажите мне, пожалуйста, какой агрессор захочет зайти туда, где с каждого окна будет быть ствол? Ну как вы считаете, Путин не зайдет в Киев, в плане не попробует зайти, потому что он же зашел в Украину? Алло, вы пропали. Извините, интернет перебивает. Повторю вопрос. Как вы считаете, Путин не отдаст приказ атаковать Киев, учитывая, что он уже вошел в Украину, и российские войска ведут бои с украинской армией на протяжении всей территории страны? Он уже отдал приказ атаковать Киев. Он получит люлей, он получит год, мне очень сложно говорить по-русски, я симулирую. Извините, хотя никогда я в жизни не подумал, что буду говорить по-русски. И именно в этот момент. С уважением к вам, я просто перехожу на русский язык. Он уже получил
во-первых, в 2014 году, во-вторых, он получил сейчас, и блицкрига нету. Состоянием на утро сегодняшнего дня вторая по силе армия мира не захватила ни одного украинского города. Да, сегодня пошли новые атаки, но все равно на утро, поверьте мне, я думаю, опять же будет та ситуация. Ни одного украинского города, городка или села мы не отдали. И мы будем биться до конца. Я сегодня сижу, я человек, который с двумя высшими образованиями, сижу снова в разгрузке со своим автоматом и так далее. Не потому, что мне так модно, я хочу так сделать селфи, а потому что, извините, атакует мою страну, атакует мой город, где я живу, Киев. Киев мы не сдадим. И Путин пусть хочет, что делает. Поверьте, их 150, нас уже, я думаю, более 700 тысяч. Армии 224 и плюс все остальные, которые готовы умирать за нашу страну, нас уже более 700 тысяч. Завтра будет миллион. Welcome to the Ukraine. My Russian dear friends. Мы будем вас просто здесь хоронить. Извините за эмоциональность, потому что, ну, как бы, ну, это мое состояние, потому что я уже два дня живу в бункере. У меня есть люди, которые здесь помогают мне для того, чтобы мы ориентировались, выходили, получали оружие, оборонялись, убивали и так далее. Мы будем убивать солдат, который заходит на нашу территорию. А так, просто-напросто мирное население, которое всегда хотело быть в мире, но, извините, нас вынудили. Ну что ж, спасибо вам, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир. Будем следить за развитием событий. Если что, снова будем с вами связываться, если, конечно, у вас будет возможность и выйти в наш эфир сегодня. Спасибо. Да, можно реплику одну, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Киев мы не сдадим, Украину мы не отдадим, и, поверьте, будем стоять насмерть. Слава Украине и спасибо нашим европейским партнерам. Спасибо вам. Сергей Мавшук выходил с нами на прямую связь.